В Твери началась ремонтная кампания в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом строительном сезоне отремонтируют больше 60 километров дорожного покрытия. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Больше всего объектов отремонтируют в самом большом районе города – Заволжском. Отсюда и начали ремонтную кампанию уже в мае. Самое первое – улица Хрустальная протяженностью около 3 километров. Будет выполнено фрезерование существующего покрытия, будет выполнен выравнивающий слой из асфальтобетона марки B1, и верхний слой уже будет уложен из ЩМА-20. На Хрустальной улице не только заменит асфальтовое покрытие на дороге, но и отремонтируют тротуары. На них в этом году сделали особый акцент. Их восстановят с учетом современных требований качества и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Принято решение губернатором Тверской области о уделении дополнительного финансирования, поэтому можем проводить работу не только на проезжей части, но также и осуществить ремонт тротуаров на большинстве объектов. Чтобы увеличить срок службы асфальтового покрытия, на загруженных магистралях города при ремонте используется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он позволяет избежать образования колеи и снижает шум от движения автомобилей. В июне будут заключены контракты на ремонт дорог и в других районах города. А в Заволжье, следом за Хрустальной улицей, уже в ближайшее время начнутся работы на улице Туполева и на Сахаровском шоссе.